Наконец-то абитуриенты могут расслабиться. Вступительная кампания в вузах завершена. На университетских сайтах появились списки первокурсников. Их в стране более 50 тысяч. В топ с самыми высокими проходными баллами попали такие специальности, как международное право, экономика электронного бизнеса, современные иностранные языки и стоматология. Прием абитуриентов вели 42 государственных учреждения и 9 частных. Главный вуз страны, Белорусский государственный университет, подвел свои итоги. На все формы получения высшего образования первой ступени зачислено более 5000 абитуриентов. Это самая успешная приемная кампания по уровню подготовленности абитуриентов БГУ. На условиях для белорусов могут поступать граждане Российской Федерации, Таджикистана, Казахстана. Представители этих государств могут участвовать в конкурсе на условиях для белорусов, при условии, что они сдавали у нас централизованное тестирование. Общее количество их порядка 90 человек. Основной контингент составляют им граждане Российской Федерации. На данный момент в ведущий вуз страны поступило более 50 абитуриентов из России. Татьяна оказалась в их числе. Мечты о физическом факультете стали реальностью. И вот долгожданное слово – бюджет. В первую очередь меня привлек именно город. Доброжелательные жители, которые всегда могут протянуть руку помощи. И поэтому, даже когда у меня возникали проблемы какие-то с документами, очень приветливые люди мне старались помочь. Меня это зацепило. Я планирую получить образование, потом работу и остаться здесь жить. Прием иностранных граждан способом собеседования в белорусские вузы будет продолжаться до 15 октября. Это можно сделать и дистанционно, онлайн. Ведь образование без границ – один из трендов Беларуси.